Так, и всех приветствую на нашем канале. У нас очередная большая посылочка с сайта AliExpress. Сейчас быстренько откроем, посмотрим, что там внутри. Так, начинаем вскрытие. Это кофточка. Так, размер XL. Открываю. Ну что, специалист скажет. Все мягко, приятно, знаешь. Пример XL. Просто тепленько, приятно на ощупь кофточку. Так, такие у нас тут. Манжеты. Видно. Такие тканевые. Так, трошки ниточки торчат. А цена? Цена будет. Потом фотография будет дальше выставлена и будет цена. Меня точно не помню, так сказать не могу. Так, ощупь отличная. Как будет носиться, увидим. Говорится, покажет это. Так, ну что ж, на этом будем заканчивать наше коротенькое видео данной кофточкой. Так что ссылочка на товар будет в описании. Переходим, смотрим, заказываем. Всем пока. Так, вот такая у нас тут подушечка с таким вот принтом. Такие вот птичка, розочка. Все очень красивенько на вид. Так, ну давайте сейчас по качеству пройдемся. Так, видите, вот здесь вот такие вот швы. Вроде бы нигде не порвато. Все хорошо держится. Никаких порватостей нету. Уголки хорошо прошиты. Все вроде бы хорошо прошито. Я думаю, что так, с этой стороны материал нежный, хороший, приятный на ощупь, некрасивый, приятный. Принт такой вот хорошенький, не пластиковый. Принт хорошо нанесен. Никаких, говорится, разводов, помарок. Все отлично. На замочек тоже у нас вшитый, пластмассовый. Металлическая у нас собачка. Прокрашенная. Так, внутри такая вот. Так, снимем нашу вышитую подушечку. Покажем, что у нас тут изнутри. Изнутри у нас тут вот так все это дело прошито. Прострочено. Ну, нитка, я думаю, что можно было, конечно, лучше прострочить. Такая вот надежность была лучше. Так, вроде бы все отличненько. Ну что ж, претензий к данной подушечке у меня нету. Могу рекомендовать продавца. Это только интересно. Ну, может, оно так тут и должно быть. Ну, вроде бы так и должно быть. Это такое просветие. Так что данную подушечку можно, наволочку можно рекомендовать. Принтик красивенький. Все как на картинке. Но очень приятная. Ну, я думаю, она как и картина, спать на ней, конечно, не знаю. Вот так вот. Так что, ссылочка на данный товар или продукт будет внизу под видео. Ссылочка будет. Можете переходить, смотреть цену и заказывать себе. По-моему, если, ну, цена будет здесь в уголочке видео здесь или на картинке. Я сделаю фотографии. Там будет цена. Так, ну что ж, на этом видео мы закончим. Так что, кто не подписался, подписываем. Жмем колокольчик, чтобы не пропустить наши дальнейшие видео. Вот. Я прощаюсь, не прощаюсь. А говорю вам до новых встреч. Всем пока.